В Кудловском городском парке торжественные мероприятия начнутся с самого утра. В 10 часов пройдет детский концерт «Игры народов мира». В 11 часов праздничный концерт от школы эстрадного искусства Дарьи Шульгиной и студии современного танца «Импульс». Также с 10 до 12 часов на территории парка будет работать множество тематических площадок. После небольшого перерыва в 16 часов начнется концертная программа, посвященная Дню защиты детей. В 17:30 на сцене парка пройдет спектакль «Кто украл светофор». В это же время будут работать тематические площадки. В Лименском доме культуры в 10 часов начнется развлекательная программа «Радужное детство». В 12 часов конкурс рисунков на асфальте «Радуга добра». А в 15 часов откроется музей синих дорог. В Ичигодском ДК развлечения для детей также начнутся в 10 часов утра. Юных жителей поселка ждут развлекательная программа «Лето в стране детства» и праздник рисунка на асфальте «Я рисую лето». Не остался в стороне и микрорайон ДОК. Там с 13 часов пройдет концертная игровая программа для детей-подростков «Счастливое детство» или «Остров сокровищ». В Котласском краеведческом музее тоже будет на что посмотреть. В 12 часов там начнется практическое занятие «Народный орнамент». В 13 часов «История старого веера». Для жителей микрорайона БПК филиал Котласской библиотеки проводит конкурс рисунков «Путешествие на планету лето». Он пройдет с 13 до 19 часов.